Ладья – одна из самых сильных фигур, которая перемещается вдоль линии и защищает своих союзников. В 1969 году основали шахматный турнир, который назвали «Белая ладья». Он символизирует силу и важность этой фигуры. Поединок проводят ежегодно среди школьников от 7 до 14 лет. Сейчас он носит статус всероссийского и международного соревнования. В нем приняли участие школьники Ленинского округа. Турнир состоялся во дворце спорта «Видное». Его внесли в зачет спартакиады среди учащихся муниципалитета. Команда представляет себе 4 участника. И обязательно, в том числе, девушка. Для того, чтобы стать хорошим шахматистом, необходимо не только знать теорию, но и постоянно практиковаться. Лучше всего постигать аспекты игры с наставником. Судья турнира Анна Синицына напутствовала участников соревнований. Я желаю всем не спешить, за игрой времени достаточно, подходить творчески, фантазировать и находить интересные. Иван Тимофеев, несмотря на свой юный возраст, играет в шахматы уже на протяжении года, а также участвует в разных турнирах. Я очень рад быть во дворце спорта и участвовать в таком масштабном турнире. Шахматист Иван Мазаев отметил большой вклад своего наставника. Мой тренер Сиваков Виктор Борисович, он очень хороший тренер, помогает разобраться в каком-то вопросе касаемо тактики, дебютов. Если есть проблемы. Шахматы – интересная и захватывающая игра. Это искусство. Совершенствовать свое умение можно всю жизнь. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.